Пляж для коров. Почему в Ново-Кайкенте заморожено благоустройство территории? Узнаете в нашей программе. Еще не построили, а уже местами разрушается. Бездомные дольщики, 5 лет ожидающие сдачи дома долгостроя, решили отстаивать свои права и обратились к нам в редакцию. Аул мастеров. В Кубачи прошел фестиваль народных художественных промыслов Юга России. Здравствуйте. Это итоги недели на канале ННТ и я, Мурад Ахметов. В Дагестане деньги от штрафов за нарушение ПДД обещают пустить на ремонт дорог. Около 700 миллионов рублей будут потрачены на обеспечение безопасности дорожного движения. Совещание по вопросу функционирования систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Дагестана состоялось в правительстве республики. Штрафные деньги будут направлены на расширение автодорог, установку светофоров, разделительных ограждений и систему управления дорожным движением. По официальным данным, на территории Дагестана установлены и работают 276 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В махачкалинском транспорте вводят систему безналичной оплаты. На днях состоялась презентация нововведения. В числе первых опробовал новый способ глава Махачкалы Салман Дадаев. На сегодняшний день оплатить проезд транспортной картой можно уже в 40 троллейбусах. Количество транспортных единиц, оборудованных техникой для приема безналичной оплаты, будет увеличиваться. Мэр подчеркнул, что постепенно безналичный способ оплаты будет доступен на всех видах общественного транспорта – маршрутных такси, в автобусах и троллейбусах. Оплачивать проезд теперь можно будет единой транспортной картой, либо платежными картами Сбербанка, МИР, Маэстро, Виза и других платежных систем, а также через платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Единую транспортную карту можно будет приобрести на неограниченное число поездок в месяц. При оплате картой будет действовать скидка в 2 рубля. Проезд на троллейбусе будет стоить 13 рублей вместо 15. А в Дербенте накануне презентовали одноименное мобильное туристическое приложение, оценил возможности которого и мэр города Хизри Абакаров. Виртуальный помощник показывает достопримечательности и интересные места древнего Дербента. Кроме того, в программу встроенный аудиогид, который рассказывает об истории конкретного посещаемого объекта. Все главные достопримечательности и городские объекты доступны на карте, что позволит пользователю программы, не отвлекаясь от маршрута, узнать о посещенных местах. Также у нас есть 360-градусная панорама. Она предусмотрена для очень многих объектов и выглядит она следующим образом. Пользователь открывает панораму и может ее покрутить даже в режиме реального времени. То есть можно включить и вот так, находясь либо в непосредственной близости от этого места, либо где-то далеко, оценить, стоит ли в это место приходить или нет. На детальном экране можно найти подробное описание места, фотографии, 3D-туры, а также добавлять особенно полюбившиеся объекты в закладки и находить связанные с ними маршруты. В приложении собрано множество туров. Они подготовлены представителями сферы туризма и привлекают внимание сотен гостей. После презентации Хизри Абакаров высказал ряд замечаний, которые разработчики примут к сведению для реализации в итоговой версии приложения. Уже через пару недель программа появится в App Store и в Google Play. Скоро 1 сентября, и миллионы школьников в этот день сядут за парты, а тысячи ребятишек впервые переступят порог школы. У многих уже приготовлены новые портфели и учебники. К сожалению, есть семьи, которые испытывают материальные трудности при подготовке детей к новому учебному году. Одна из добрых традиций благотворительного фонда «Инсан» – оказывать им материальную поддержку. Так, очередная акция «Собери детей в школу» прошла накануне в Кизилюрте. Участие в ней приняли более 30 детей из 7 городов и районов Дагестана. Им вручили денежные средства для приобретения школьных принадлежностей. В гости на праздник приехал помощник муфтия Дагестана. Это конверт, эти деньги, это ничего, это не главное. Главное, мы с вами, мы вас поддержим. Главное, чтобы вы учились хорошо, чтобы вы стали настоящим человеком. Собравшихся также радовали аниматоры, которые провели с ними интересные игры и организовали конкурсы. Катали детей на аттракционах и угощали вкусным обедом. Если у вас есть возможность и желание помочь собрать детей в школу, вы можете обратиться в фонд «Инсан» и перечислить средства на реализацию соответствующей программы.
Даже небольшой вклад каждого даст неоценимый результат. Благодарность счастливых школьников, получивших все необходимое для учебы. На нас лежит обязанность оказать почет детям, которые остались без родителей. Чтобы печаль отсутствия отца или же матери их сильно не беспокоила. Рядом с каждым из нас, чтобы они чувствовали отцовскую заботу. В этой связи у меня есть к вам предложение, дорогие мои братья и сестры. Праздничные дни, к примеру, каждую пятницу усаживать таких детей за обеденный стол вместе со своими детьми и угостить их. То есть проводить с ними день, подарить им счастье. Или же праздничные дни, день Ураза Байрам, Курбан Байрам, или же другие праздничные дни, сходить вместе с ними в магазин, купить им одежду новую. Не обязательно дорогую, простую можно. Подарить им это счастье. Развитие массового спорта – залог здоровья нации. Поэтому открытие нового зала для детей всегда радует. Накануне в Каспийске открылась Академия спортивной гимнастики для детей и юношества. Гимнастику называют базовым видом спорта, ведь она универсальна и закладывает фундамент множества физических навыков. Подробнее в следующем сюжете. Несомненно, открытие школы станет своего рода стартом спортивной карьеры для многих ребят. Занятия гимнастикой помогают поддерживать спортивную форму, тренируют силу, вырабатывают ловкость и выносливость. Все это пригодится не только спортсменам-гимнастам, но и людям, которые планируют связать свою жизнь с любым другим видом спорта. Спортивная гимнастика – это основа всех видов спорта, включая вольную борьбу, бокс, легкую атлетику, плавание, художественную гимнастику. Желательно привести сначала на спортивную гимнастику, а только потом можно отдать на вольную борьбу, потому что в вольной борьбе сначала делают акцент на гимнастику. Это кувырки, мостики, растяжка. Спортивный зал оборудован всем необходимым инвентарем. Возрастные категории для желающих заниматься гимнастикой от 1,5 до 14 лет. Мы работаем на результат. Девочки выезжают на различные соревнования, на сборы и показывают свои программы на соревнованиях. Они выполняют различные разряды, начиная с юношеских, заканчивая мастерами спорта. Двигаться в такт, уметь чувствовать ритм и делать выразительные движения, совпадающие с ним. Этому и учат тренеры академии. Юные гимнастки работают над гибкостью. Благодаря тренировкам у ребенка появляется растяжка. Мышцы становятся сильными, связки эластичными, а суставы подвижными. Очень сильно нравится заниматься. Я это не поняла не сразу. Как только у меня начало получаться, мне нравилось все больше и больше. Если детей с равного возраста, с 4 лет, с 1,5 лет, если они будут ходить на гимнастику, они получат определенный багаж, определенный фундамент спорта. В последующем, когда в возрасте 10 лет, у них будет такой багаж, чтобы они будут подготовлены для любого вида спорта. Скакалки, обручи, булавы, ленты, мячи. Олимпийский антураж нацеливает юных спортсменов на большие победы. Невозможно не согласиться с тем, что гимнастика – один из самых красивых видов спорта, который заставляет восхищаться уже долгие годы. Какая красота! Я же говорю, просто таких залов я в республике просто не видел. И вот эти люди спокойно, эти дети могут прекрасно посещать это же зал гимнастики. Разные перекладины, кон, прыжки. Это все, которое детям отдает основное развитие. Детям нашим дает вот эти виды спорта, которые нам очень нужны. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Каспийск. С 21 августа туристы могут получить кэшбэк за путешествия по России. Программа продлится до конца месяца. С ее помощью все путешествующие граждане смогут вернуть часть денег, потраченных на проживание в гостинице или на путевки. Чтобы получить кэшбэк, нужно зайти на портал «Мир путешествий РФ», выбрать тур или проживание в отеле сроком от 4 ночей и стоимостью от 25 тысяч рублей, а затем оплатить поездку картой системы «Мир» до 28 августа. Даты самой поездки не ограничены. При соблюдении всех условий возврат потраченных средств будет произведен на ту же карту в течение 5 дней. Бонусы составят от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от потраченной суммы.
И приятная новость. Дагестанец возглавил Институт востоковедения Российской академии наук. Уроженец села Куг Хивского района Алекбер Алекберов победил на выборах директора академического научного учреждения. Абсолютное большинство сотрудников отдали свои голоса за него. Многие годы Алекбер Алекберов возглавлял Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья и занимал должность заместителя директора Института востоковедения РАН. В сфере научных интересов ученого особое место занимает история Кавказской Албании. Вроде бы отдых, да только вот без удобств. Жители села Новокаякент просят завершить начатый масштабный проект по благоустройству пляжной территории. Из-за конфликта интересов разных структур, крючкотворства чиновников и судебных проволочек тормозится развитие перспективной туристической точки, которая может служить как благу местных жителей, так и привлекать приезжих. Подробности пляжного передела в сюжете моих коллег. Вы посмотрите, вот в каком она раньше состоянии была. А сейчас вроде бы чисто, аккуратно построено для людей. Вроде все есть, но говорят, что не дают. Неровная площадка, множество кустов, вылетающие пакеты, а иногда здесь еще и коровы пасутся. Такова теперь территория муниципального пляжа Гюксу. Этот маленький кусочек берега, правда, выделяется из общей плачевной картины. Но его успели привести в порядок еще до того, как проект был заморожен. Все работы по благоустройству приостановили после возбуждения уголовного дела на главу Каякентского района Магомедэмина Гаджиева. Глава района и администрация района пыталась это сделать, но, как видите, все осталось так же. И все оно приходит в плачевное состояние. То есть в связи с отсутствием здесь контроля всего этого самого, отсутствие финансов. Работы проводились по хозспособу за счет благотворительных средств меценатов. Местные жители недоумевают и просят республиканскую власть помочь найти решение проблемы, чтобы наконец-то завершить благоустройство народного пляжа. Раз не дают другим, возмущаются люди, то пусть благоустроят сами. Не с района, вот все, которые сюда приезжают, со всей России люди приезжают. И когда вот это видят, неблагоустройство, и как-то нам неудобно становится. Нашему главе администрации тоже не дали что-то сделать. Хотел, вот видно же, что что-то делается, правильно, да? Ну, хотел вот так поэтапно все сделать, ну, все благоустроить, да? Ну, у него тоже не получилось. Муниципальные пляжи, это народные пляжи, это должны государство делать. Сделать для народа и сдать. Единственное место вот здесь, вот то, что мы можем вот приехать сюда, вот здесь. Все перекрыли, все продали здесь. Где-то что-то стали делать. Вот здесь, видите, вот бордюры начали, стоянки для машин. Как-то улучшалось это место. Вот я не знаю, вот сейчас приостановили, на каком основании, зачем. По проекту здесь планировали установить десятки таких удобных столиков, выделить большой участок для парковки и спортивных площадок, построить медпункт и множество других объектов для удобства местных и приезжих. Так получилось, мы часть пляжа успели сделать, это кусок, а остальную часть для нас были препятствия. И поэтому у нас этот проект остался незаконченным. Ту часть, которую мы установили, 4 беседки, парковые площадки, там волейбольное поле есть, пляжный волейбол. То, что мы сумели сделать, вот это только сейчас. В общей сложности здесь должны были благоустроить 5 гектаров. 3 из них – это бульварная часть, 2 – пляжная. Этот объект вполне мог бы стать как привлекательной зоной для туристов, так и основным местом отдыха самих каякенцев. Все условия здесь для этого есть. Чистое море, золотые пески, близость коммуникаций. Но пока не хватает волевого решения, способного довести до конца благоустройство, призванное преобразить здешний пейзаж и быт местных жителей. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Каякентский район. Обзавестись собственным жильем, желательно новым и просторным, мечтают многие дагестанцы. Однако герои нашего следующего сюжета уже 5 лет не могут заселиться в квартиры, которые приобрели законно. Все потому, что строительная компания не сдает в эксплуатацию жилищный комплекс «Пентагон», расположенный в Махачкале на улице Камаева. Недовольные дольщики нового города собрались возле своего пустующего дома, а затем с возмущением направились в Минстрой Дагестана и офис строительной компании. Их сопровождал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Как мне здесь жить? Вот такие шаткие межкомнатные перегородки возвели рабочие под руководством бригадиров строительной компании «Новый город». Они буквально рушатся на глазах. Поврежденные стыки, трещины в каждой комнате. Владелец этой квартиры Мурад Османов боится, что от такого качества работ кирпичи в будущем упадут прямо на головы жильцов.
Я просто обращался неоднократно к главному инженеру. Уже на прошлое собрание четвертый раз обратился, он меня просто послал. Просто послал, иди вот прораб сделай. Сейчас даже не знаю уже, ни один мой дом вот такой, ни одна квартира. Вот по кругу все дома вот так идут. Помимо возмущения относительно качества строительных работ, дольщиков, то есть тех, кто вложил свои финансы в эти квартиры, беспокоят и сроки ввода здания в эксплуатацию. Строительство жилищного комплекса «Пентагон» от компании «Новый город» началось еще в далеком 2013 году. Здесь 450 квартир. Белоханум Кудаева – одна из первых, кто купила здесь квартиру. Ей пообещали, что дом будет сдан в 2015 году. Уже 20-й заканчивается. Там, увы и ах. Дело в том, что если бы наши пайщики еще не платили бы, это другое. Здесь почти все оплатили. За этот дом везде есть оплата. Я уже готова свои деньги вернуть, но и вернуть тоже не могу. Потому что невозможно. Не сдают дом, ремонты делать не можем, ничего не можем сделать, вот уже сколько времени. Люди живут на квартирах, смски приходят, быстро оплатите за квартиру, иначе квартира будет продана. Быстро идут, берут кредит, деньги оплачивают за квартиру, теперь за квартиру платят, за кредит платят, за этот дом платят, а дом не сдается уже какой год. Но уже нету вообще, уже у всех нервы на пределе. Люди собираются, говорят, толку никакого. У них по уставу написано одно, а на деле происходит совсем другое. По уставу у них прописано, как должны проходить собрания, протокола должны быть. Хорошо. У них прописано, как должны расходоваться средства, как они должны информировать дольщиков. Если сроки переносятся, это должно обсуждаться со всеми нами. Все здесь происходит без обсуждения, без уведомления нас. Мы живем и вдруг получаем письма, дом перенесен, срок сдачи на такой-то. Спрашиваешь, на каком основании, почему нет. Год проходит, опять перенос. Год проходит, опять перенос. Ну, я не знаю. Отчаянные дольщики направились в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. Здесь им напомнили их законные права и рекомендовали возможные варианты решения проблемы. Сейчас мы связались с представителем ЖСК «Нового города». Во вторник мы хотим вместе с инициативной группой этого ЖСК и председателем ЖСК «Нового города» во вторник организовать встречу в Министерстве строительства. По результатам этой встречи будет принято решение дальнейших действий пайщиков этого ЖСК, которые могут сменить председателя ЖСК своим общим собранием пайщиков. Далее владельцы квартиры собрались в офисе строительной компании «Новый город». Здесь их встретили юристы и помощники учредителя организации. Дольщики запросили у них финансовый отчет с детализацией того, на что были израсходованы деньги, а также списки всех пайщиков для принятия совместно дополнительных мер. Им ответили, что предоставят информацию только через сутки. Требования пайщиков нам понятны. Мы услышали их. Требования мы их не исполним. Их запросы тоже. Мы подготовим ответы на них. И хотелось бы сказать, что объективной причиной затяжки строительства нашего являются недобросовестные пайщики, которые обязались оплатить и вовремя не оплатили. И из-за этого мы немножко по срокам отстали назад. Да. Если те пайщики свои обязательства исполнят до конца, то, думаем, к февралю следующего года уже люди смогут приступить к ремонту. Никто эти средства в свои карманы не поставил, никуда не уехал, не убежал. Мы свои обязательства исполним. Однако дольщики, по их словам, слышат подобное уже не в первый раз и поэтому говорят, что уже не верят ни в какие обещания. Гарантии, по их словам, у них нет никаких. Все как и прежде, только предположительно, в том числе и даты завершения строительства, которые практически у каждого в договоре разные. Если квартиры в скором времени им не сдадут, они намерены через суд поменять председателя ЖСК. А в случае необходимости обратиться в прокуратуру республики для заведения уголовного дела. Захищение нецелевое использование денежных средств, которое, по их мнению, может усматриваться в действиях застройщика. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Почти 100 лет в небе. Пилоты гражданской авиации накануне отметили свой профессиональный праздник.
Если говорить о поездках на дальние расстояния, то самолеты сейчас самый популярный транспорт для этого. Пассажиропоток увеличивается с каждым годом и в прошлом году уже перевалил за 1 000 000 человек. Подробнее о том, как живут и работают покорители небес, в сюжете Патимат Ханаповой. Аэродром Уйташ. Каждый день несколько тысяч пассажиров прилетают в эту воздушную гавань и отправляются отсюда. Сегодня мы узнаем, кто и как их перевозят, потому что этот вечер мы проведем с пилотом самолета. 20:00 вечера на посадку заходит очередной самолет авиакомпании «Смарт-Авиа». Пилот готовится совершить его в аэропорту Махачкалы. Этот рейс оборотный. Через час он должен вылететь назад в Москву. Именно на борту этого воздушного судна мы и окажемся. Пока десятки специалистов заправляют лайнер топливом, очищают салон и проверяют техническое состояние, мы будем беседовать с Арвидом Вагабовым, пилотом, у которого 30-летний стаж в профессии. За его спиной более 10 тысяч часов налета. Если сложить, то получится больше года непрерывного полета в воздухе. За все это время летчику пришлось лишь единожды совершить экстренную посадку. Была такая ситуация, что мы взлетели из Санкт-Петербурга, пришлось вернуться, было задымление в кабине, вернулись, благополучно сели, все нормально. Свою работу пилоты называют профессией мечты. Видимо, не зря. Летать над облаками хотят практически все школьники и студенты, но получается далеко не у всех, да и решаются немногие. Чтобы сесть за штурвал самолета, нужно долго учиться, иметь отменное здоровье, силу воли и уметь принимать правильные решения. Страха как такового не чувствуешь, признается Арвид. Лишь ответственность перед десятками людей. Опасения лишь мешают концентрироваться. Это уже, наверное, привычка. Я с удовольствием хожу на работу. Это моя работа, которую я люблю. Я думаю, поэтому, что я еще и летаю столько времени. На практике каждому удается стать хорошим? Нет, вы знаете, чтобы я вообще считаю, что это, наверное, дар какой-то. Тем временем Арвиду пора уже в обратный путь. Рейс снова на старте. Перед вылетом он проверяет каждую кнопку на исправность, запускает систему навигации, забивает точку полета на карте. Работу свой пилот сравнивает с профессией хирурга. Ориентирована она на точность, право на ошибку, и все решают руки. Ну а свой профессиональный праздник наш собеседник, как всегда, встретит в небе, в кругу коллег и облаков. Праздник будет в небе. Ну, потом отпразднуем. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Считанные дни остаются до открытия сквера шахидов. Он расположен в Махачкале на улице Абдулхамида Юсупова, на месте сгоревшего дома-интерната для глухонемых детей. В обустройстве прилегающей территории помогают добровольцы из разных уголков Дагестана. Подробнее о том, что уже сделано и что остается, в сюжете моих коллег. 28 детей погибли во время пожара в интернате для глухих детей в Махачкале. Сейчас в больницах города 80 человек. 17 лет назад произошла страшная трагедия. Поздно ночью загорелся дом-интернат. В объятом огнем здании погибли дети. После этого случая до последнего времени эта территория оставалась заброшенной и неблагоустроенной. По инициативе муфтията Дагестана и по согласованию с администрацией столицы было решено создать на этом месте парк в память о погибших детях и о тех, кто пожертвовал жизнью ради процветания родной республики. Здесь посадили более 50 красивых деревьев в честь погибших религиозных, государственных и общественных деятелей, а также журналистов, всех, кто в непростые годы оставил идеалы добра и справедливости и нес слово правды, несмотря на угрозы и риск для жизни. Также здесь повсюду высятся зеленые кипарисы. Их более 30. Они высажены в память о детях, погибших при пожаре. Парк поистине народный, и название это оправдано, так как обустраивают его силами и средствами простых людей. Десятки добровольцев из разных районов Дагестана приезжают сюда, чтобы потрудиться разнорабочими и внести свой посильный вклад в благое дело. Помогают даже дети. Хочу, чтобы этот парк для людей закончился быстро. Тоже гуляли тут. Дома не сидели. За компьютером все, вышли из дома, гуляли. А быстрее закончили этот парк готовить.
Чтобы поддержать мужчин, обустраивающих парк шахидов, приходят и женщины. Мы, например, встретили прекрасные коллективы из поселка Шамхал-Термен и селения Черкея. Мы пришли сюда, чтобы оказать возможную помощь в обустройстве парка, названному в честь шахидов. Мы на данный момент проводим работу по уборке мусора, выравниванию земли и все те работы, которым под силу женщинам. Конечно, память о шахидах, память этих детей, которые погибли. И нам это большая радость в том, что мы можем приехать. В стороне не остаются и коммерческие организации. Так, на помощь в благоустройстве парка пришли представители автозаправочной станции «Оригинал». Мы, представители АЗС «Оригинал», решили не оставаться на стороне и принять участие в таком благоугодном деле. Этот парк нам крайне важен и был необходим, так как район находится не в центре, и здесь практически вообще нет парка. На сегодняшний день, по словам ответственного за этот объект, уже проделаны все основные работы. Посажены деревья, выложена плитка, установлено освещение, качели и скамейки. У нас осталось два фонтана у нас, да? Для того, что осталось завершить детскую площадку и посадить газон. До открытия сквера шахидов остаются считанные дни. По словам организаторов, парк памяти детей еще будет расширяться и улучшаться. А главную свою миссию он уже выполняет сегодня – объединяет дагестанцев вокруг благих дел. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В духовном центре имени пророка Исы, мир ему, состоялось собрание попечительского совета этой грандиозной народной стройки. В его состав входят неравнодушные люди, предприниматели, религиозные, общественные деятели Дагестана. В ходе обсуждения говорили о проделанной работе, возводимых объектах и о том, что еще предстоит сделать. Когда собираются члены попечительского совета, это, конечно же, должно быть конструктивно, позитивно, для того, чтобы те работы, которые здесь ведутся, были выстроены правильно, чтобы посмотреть, как проектируется. Ну и, конечно же, посмотреть, хватает ли финансирования и для привлечения новых средств, чтобы они могли обратиться к какому-то кругу людей, к бизнесменам, к людям, которые еще здесь не были и не знают об этой стройке. Рассказать им об этом и показать, что это общая стройка, народная стройка. Вот эта прекрасная аллея, вот на берегу будет прекрасный комплекс. Вот это все вместе, это для всех дагестанцев и для всех гостей со всех регионов России и даже, можно сказать, со всего мира. Поэтому мы думаем, что такие встречи будут полезными и конструктивными. Напомним, что строительство духовного центра планируется завершить в 2025 году. В Дербенте прошел турнир по стрельбе из лука, приуроченный ко дню российского флага. В мероприятии приняли участие более 100 человек из разных муниципалитетов Дагестана и гости, приехавшие из других регионов России. Спортсменов и любителей активного отдыха угощали чаем из самовара и вкусным пловом. Возрастных ограничений на турнире не было. Свои силы мог попробовать каждый желающий. Соревнования также посетил и мэр города Хизри Абакар. Тоже очень приятно. Я вас и в том году видел. Да? Да, и в этом году опять наши пути пересеклись. Уже стреляли, и детям моим дали, и супруге дали стрелять. Очень нравится. Что примечательно, здесь люди принимают участие с семьями. Жены, есть возможность для женщин, чтобы они могли стрелять. Дети также сделали категории для новичков, которые пришли просто прострелять. Для них вначале делается мастер-класс, далее они уже отстреливаются. Кубачи, пожалуй, самое известное село Дагестана, прославленное мастерством своих жителей. В ювелирную столицу республики в эти дни съехались десятки мастеров из разных уголков страны. Там проходил фестиваль народных художественных промыслов Юга России «Кубачи-2020». Балхарская керамика и знаменитые ковры Южного Дагестана в течение 3 дней соревновались с изделиями ремесленников Северной Осетии и других гостей. Чем удивили родину златокузнецов мастера из других регионов страны, узнавала Алина Багилова. Без этого древнего села невозможно представить себе Дагестан. Кубачи – место, где секреты мастерства передаются по наследству. Замысловатый узор кубачинской серебряной вязи давно стал символом республики и ее гордостью. В этой таинственной насечке по металлу зашифрованы секреты мастерства целых поколений потомственных златокузнецов. Именно здесь, на площадках фестиваля, раскрывается многоцветная палитра удивительного мира традиционной культуры народов России, радующий плодами вдохновения талантливых и умелых мастеров со всей страны. В
Фестиваль очень интересный, самобытность такая, необыкновенные ваши изделия. Но мы привезли свои показать. Наша цель — познакомиться с вашими, представить нашу продукцию, она у нас тоже востребованная, и приглашать к нам в гости, соответственно. А вот тоже. Что вы представляете? Расскажите. Мы представляем козий пух. Мы сами из города Урюпинска, от Волгоградской области. Находясь на фестивале, каждый мог прочувствовать эту тонкую связь веков и поколений, приобрести то, что ему нравится. По традиции были представлены лучшие изделия народного искусства. Все, чем знаменит и славен Дагестан. Балхарская керамика, кайтакская вышивка, изделия с унцукульской насечкой, а по соседству с ними северные гости, знаменитые оренбургские платки. Я рад, что есть такая возможность выставлять свои работы, показывать свои работы, смотреть на чужие, знакомиться с мастерами. Это очень хорошо. Искусство у нас, конечно, редкое. Мы унцукульцы сохраняем традиции наших предков, технологии изготовления вот этого продукции. Мы это все держим в секрете и передаем по наследству. На таких форумах вдохновения встречаются и общаются люди, влюбленные в народное искусство и этническую культуру. География участников мероприятия год от года расширяется. Ими становятся не только жители Дагестана, но и гости со всей России. Такие мероприятия, как бы это избито ни звучало, объединяют. И это на самом деле так оно и есть. Во-первых, ремесленники сами друг друга узнают, делятся опытом. Ну и простые люди, скажем так, как мы тоже видят всю эту красоту, знакомятся опять-таки с людьми. И это обогащение, это культурное и духовное обогащение. Магия мастерства зачаровывает на ходу. Прямо на наших глазах потомственные мастера из различных материалов и, казалось бы, простых элементов создавали настоящие шедевры. Выгравировывали сложные узоры и создавали подлинное произведение искусства. Однако участники фестиваля сетовали, что интерес и спрос у нынешних поколений к искусству значительно упал. Ведь когда-то такие изделия были неотъемлемой частью традиций. Ни одна девушка не выходила замуж. Вот видите, водоносные большие кувшины без этого. Потом маленькие для омовения. Обязательно одна невеста, пару штук обязательно было. Даже были несколько, которые... А сейчас? А сейчас уже мода вышла. В каждом доме краники есть. Не те мужчины тоже кончились, которые женщин можно за водой послать. Балхари сейчас очень мало остались мастериц. Будущего, конечно, неизвестно, будет в дальнейшем производить балхарскую керамику, потому что молодое поколение нету, занимающие есть после 40. Организовать связь времен и поколений. Именно так коротко можно охарактеризовать смысл проведения подобных фестивалей. Современная молодежь ни в коем случае не должна забывать свои истоки, традиции и наследие. Ведь только на этом фундаменте можно построить самобытное будущее, за которое не будет стыдно перед нашими предками. Такие мероприятия — это, во-первых, объединение народа вокруг хорошей цели, вокруг развития. Дает толчок. Люди видят, во-первых, другие промыслы, другие искусства. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Кубачи». И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья.